Ребята, если нужны будут сувениры, можете прийти в этот магазинчик. По-моему, если не ошибаюсь, он про него говорит, что это русский магазин. Вот там отдельная история про нашу россиянку Екатерину и мальдивца. Как они поженились, и вот как бы это ее магазин. Вот ассортимент как бы есть, большой продавец. Идет на уступки, делает скидки. Привет, мой друг. Привет. Как дела? Отлично. Отлично, красавчик. Да. Кружки. Откуда? Сувениры. Давай берем сувенир. Магнитики разные. Ну, есть что выбрать, посмотреть, как бы нормальный ассортимент. Так что заходите сюда.